Бобровка нас радует хорошей погодой, жаркой, но, к сожалению, не радует поклевками. У нас была в самом начале одна поклевка, уже больше суток сигнализаторы молчат. Может, мы их выключили, а может, молчат, наверное, все равно. У нашего соседа сегодня был карпик килограмма на полтора, которого благополучно вытащили с помощью рук, ног, подсака. То есть ночь была прохладная, сон был хороший. Карпик несколько раз сделал сигнал и благополучно приплыл в берег, запутался в камышах. То есть утром его нашли, отпутали, все благополучно уплыл. Кстати, у соседей, которые на противоположной стороне, была такая же ситуация. Значит, хороший здоровый сон, хорошее питание, поклевок никто не слышал. Ну а сейчас потихоньку начинается ветер. Кроме того, в зоне нашей ловли появились две тетеньки бальзаковского возраста с такими рубенсовскими формами. Неплохо они смотрятся вдвоем на сиже. Распугивают наших карпов или привлекают их наоборот. В общем, пока нам забрасывать некуда, потому что в зоне попадания находятся две мишени. Ну, подождем, надеюсь, они отплывут в сторонку. То есть мы еще сделаем несколько перезабросов. Но так как рыба не выходит на прикормку или избегает нашей прикормки, попробуем ее ловить с активным поиском. Такие вот маленькие аттрактивные ПВАшки. Мелкая насадка. То есть бойл там миллиметров 12, плюс попапчик 10, то есть даже еще уменьшим. Там размер будет насадки 10-12 миллиметров. Частным перезабросом попробуем поискать рыбу, ну, за, как бы, в свободной от прикормки зоне, потому что там утром было несколько всплесков карпа, но дистанция ловли, конечно, большая, то есть туда добросить это надо реально за 150 метров. То есть получится или нет, но попробуем все равно поискать таким образом. То есть сидеть скучно, как бы жарко, все равно надо какие-то действия предпринимать. Хотя и говорят, что карповая ловля — это прежде всего такое отсиживание задницы. Ну, ее можно отсиживать и дома, а мы приехали все-таки ловить, поэтому будем что-то делать. Итак, что нам понадобится? Чтобы забросить далеко и точно, грузило будем использовать максимального веса, который подходит к тесту этих удочек. Маленькая ПВАшка и крохотная маленькая насадка. То есть поводочек в оплетке, жесткий поводочный материал в оплетке. То есть последние 2-3 сантиметра снята оплетка. Крючок 6 номера, ну, достаточно толстый, надежный крюк. Волос, если будет длинноват, мы его можем укоротить, подмотать. Ну и какой-нибудь яркий, симпатичный попапчик. Попробуем розовый, белый, может быть, то есть любой другой. Значит, вот такой 10-й попап и такой 12-й, 13-й болик. Мы его еще немножко укоротим и уменьшим попап. Наша насадка будет очень компактной. То есть в большинстве случаев карп такие приманки берет из любопытства. Ну, плюс какая-то аттрактивная начинка нашей ПВАшки. Плюс она не даст возможного перехлеста при таких дальних силовых забросах. Таким образом, вся система нашей приманочки снеговичок очень аккуратный, компактный. Надеюсь, он долетит до нужного места. Ну, скажем так, держать такую приманку долго нет смысла. То есть ее придется перебрасывать там раз в полчаса хотя бы. То есть с активным поиском будем искать. Состав ПВАшки здесь крушеные бойлы до состояния достаточно мелкого, поэтому мы, не стесняясь, пробиваем ее насквозь иглой. Там крупных частиц нет, зацепиться поводочку не за что. Протягиваем насквозь поводок и натягиваем на крючок. То есть
Жало у нас свободно открыто, никуда оно не воткнулось, никакие крошки нам не мешают. И пристегиваем наш поводочек к быстросъему. По весу и объему наша приманочка с ПВ-шкой получилась, наверное, не более 20-го бойла. 20-й бойл у нас долетает куда надо, поэтому наша ПВ-шка тоже доберется туда же. Вот такая система. Ну, наконец-то тетеньки уплыли из зоны нашей ловли по каким-то своим делам. То есть у нас появилась возможность наконец забросить удочку. Ну и в целом о сегодняшней рыбалке. Конечно, интересная получается такая сессия. Второй раз мы на одном и том же месте. Если первый раз у нас были, пару поклевок было, но мы потеряли рыбу там срезанной леской и так далее, то в этот раз все намного хуже. Была одна единственная поклевка, которая ничем не закончилась, и больше ничего не происходит. Никакой активности по водоему нет вообще. То есть сегодня и вчера на водоеме там человек 5-7, которые ловят карпа как бы целенаправленно, то есть с карповыми снастями. И максимум, что мы слышали, это две небольших рыбки. То есть этот водоем всегда удивляет таким необычным клевом. То есть, казалось бы, после похолодания, после того, как температура немножко понизилась, воды, карп очень активный. Но активность была несколько дней назад. Действительно, был такой всплеск по количеству поклевок и по качеству. Очень хорошая рыба ловилась. То есть, там были приличные очень карпы. И опять все, началась жара, чистое небо, ветра практически нет. И поклевки опять закончились. Вот. Ну, пока мы тут сидели, отсиживали свои задницы на креслах, то есть приходили соседи, мы общаемся, как бы такая интересная идея возникла, провести карповый турнир по ловле на резинку в заброс. То есть, я думаю, если соберется компания, эта ловля, конечно, перевернет все карповое движение. Во-первых, не нужны никакие удилища, все в равных условиях находятся, то есть заброс с берега. Хорошо летят топор, без топорища, конечно, и замки классно летят. То есть у них какая-то есть особенная сила подъемная. 4 крючка, волос, длина поводка, кстати, не регламентируется. Можно ловить на зигрих, можно со дна ловить. Обязательно комочек грязи на леске. И 2 суток нон-стоп ловли, ждать поклевку. Это очень интересно. Прикормка с берега, то есть это или какая-то система саночек, которые переворачиваются, или вместо ПВА это газета. Цепляешь. Ну, в общем, не буду раскрывать все тайны. Ну, конечно, по всем правилам, разумеется, поймал, отпусти. Безопасность рыбы, маты, подсаки. То есть все будет присутствовать.